Ну да, но мы как поддерживаем? Я вообще никогда не был человеком, как вам сказать, коллективным. Я был далек от пионерской организации, комсомольской. Я не вступал в советских кинематографистов. Совершенно случайно в гильдию актеров вступил. Вот. Я никогда не был такой какой-то общиной. Не жил ни с кем. Есть люди, которых я люблю. Ну, они там, и они молчат. Ну, слава тебе, Господи, по крайней мере, хотя бы не говорят. Вот мне было больше обидно. Нет, мне вот за Таню Кравченко очень обидно. Я ее очень любил, люблю. Она, конечно, прекрасная актриса и прекрасная партнерша. И сейчас я вижу, как она рвет глотку за Путина и за все. Мне очень, очень обидно потерять было людей, которых я действительно любил. Мы не поддерживаем связь, и о чем говорить? Да, все равно, хочешь не хочешь, все равно сводится все к этой войне и к этому ко всему. Есть люди, которых просто, ну, широкий зритель мало знает, фамилиям, ну, лицом, я поддерживаю связь, но они молчат. Они не выступают против громко, но их голос, в принципе, особо никому не нужен, если уж так-то. Но сейчас еще можно молчать, или этот люфт, он уже закрывается постепенно, возможности молчания, учитывая, что сейчас и выборы, на которые Путин, по крайней мере, собирается идти, как он Не, заявил и можно уже подал? молчать. Я думаю, что можно молчать еще, конечно. Я думаю, что отмолчаться можно. Пока тебя не спросят. Вот если тебя уже за шиворот возьмут и спрашивают, ну а ты уже давай, скажи. Вот здесь уже придется говорить. А так лучше не видно, не слышно, не спрашивают. Перемолчу. Ну опять-таки, это у каждого внутри. Я же, блин, я... Мне, когда мне говорят о том, что вот ты там говоришь такой смелый, потому что ты за границей, понимаете, еще беда. Это не то, что беда. Может быть, это мое счастье, а может, это мое проклятие. Если бы я слишком много своим ртом, языком не балаболил, в моей жизни, может быть, какие-то вещи сейчас по-другому бы складывались. Но я никогда... Вообще к тому, что сейчас происходит на родине, на вашей, Ой, ужасно. Ну, Юго-Восток Никто бы не Украины, это же подумал. война, Я так любил свой настоящая. город. Такой был красивый Красивый город, город, богатый, розы вообще, розы, да. Донецк иллюминации. это, да. Ты не был никогда в Донецке, вот Ни раньше. разу. Ой. Только проезжал к ним на поезде. Уже того Донецка нет, я Ой, боюсь, я не могу, у меня сердце кровью обливается, слушайте. Кто бы мог подумать, друг друга там молотят. Это вообще сам город. И народ. Надо выпить. Да, хотя бы хочу чай. А, Аня, вы бывали в Донецке? Да, я там росла. Ну, бабушка. Ну, а когда последний раз там были? А вот мы ездили с тобой, как давали интервью в журнал какой-то, да? Это я думаю. Когда мы с тобой плакали в нашей квартире, где я, ну, росла, там это магазин сделал. Ну, родители продали ткани, и мы с Танечкой. Ну, тут же я в этом окне, я же мечтала. На первом этаже? На первом этаже, да, мечтала. Тут вот наша кухня. Рыдали. Вы знаете, я с вашим, ну, условно говоря, начальником, не знаю, Марк Анатольевич Захаров, он начальник блинкоме. Ну, конечно. Обсуждал как раз ситуацию на Украине, а вы вообще в своей богемной среде обсуждаете или вам есть о чем поговорить? Конечно, обсуждаем. Да. Есть совершенно диаметрально... Очень даже диаметрально есть. Противоположные. Я подозреваю, что очень многие по этому поводу просто вот расходятся. Да, очень да, расходятся. Есть диаметрально противоположные очень взгляды, расходятся. Но мы, поскольку нам жить и работать вместе, да. Мы уже знаем приблизительно, кто стоит на какой платформе. Да. И если речь заходит о чем-то, то вот лучше они вот об этом да. не говорят. Вот потому, это точно, что, да. потому что у человека есть своя точка зрения. Ну, до скандала. Да. Его с нее уже не сдвинуть. И чего? Она вместе на сцену выходить. Поэтому... Ну, были сцепки такие, были. Не, были особенно фамилию. Поначалу там да, доходило поначалу, до каких-то... Слушай, а в семьях что происходит? Тут у моей подружки Олеся Железняк. Они там, в Днепропетровске, кто там живет, братья. Там просто они не разговаривают абсолютно. Угу. Сейчас вроде как немножко полегче стало. А то просто... Наладился диалог. Ну, теперь зато в Голливуде за Трампа они там разводятся. Теперь у них есть о чем поговорить. Да, мы стали законодателями мод в этом смысле. Татьяну Эдуардовну как за глаза в коллективе? По фамилии Кравченко или Таня? Есть какое-то у нее кодовое имя?
Сейчас исключительно Татьяна Эдуардовна. Нет, не Татьяна, просто Эдуардовна. 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 Даже, скорее всего, даже на музыку положено. Да, да. В финале первого акта «Женитьбы» выходим, там все коллективом уходят, там такой узенький выход, и все толпятся, там такая пробка образуется, и звучит музыка, и мы все хором кто-то там толпимся, там и Дима Певцов, там и Саша Сирин, и Раков, и мы все хором. Ах, Татьяна Эдуардовна. И да. То есть, на музыку это положено, это такая да. традиция в финале первый акт спектакля. А там ложится хорошо Татьяна Эдуардовна. Она на все ложится. Ложится в смысле музыкально. Это Ольга Александровна Аросева, вы дружили же с ней, да, с Татьяной. Когда она узнала, что я Эдуардовна, она, боже, она еще и Эдуардовна. Такая реакция у нее была. А потом она тоже меня так говорила, кровец, кровец. Звездная болезнь, звездочку все ловили. Угу. Знаете, я уже как минимум лет 10, вот то, честно, никому ничего не доказываю. Вот период звездной болезни, Алексей, я артист, дайте мне там что-то, вот давно уже прошла, и вообще никому ничего не доказываю. У вас уже это на автопилоте, просто это по умолчанию. Вы же понимаете, что на вас реагируют, что вы привлекаете внимание, даже что идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это, допустим, безусловно, приятно. Да. Но никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать, артист, пьяный. Нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне то, да вообще все по-другому в моей жизни.